Через 600 метров держитесь правее. Через 300 метров держитесь правее. Через 300 метров поверните направо. На следующем повороте поверните направо. Держитесь правее. Готовьтесь через 530 метров въехать на дорогу с круговым движением. Вы превышаете допустимую скорость. Через 200 метров на кольцевой развязке. Воспользуйтесь вторым выездом. Въедьте на дорогу с круговым движением, а затем съедьте, используя второй съезд. Воспользуйтесь вторым выездом. Используйте второй съезд. Через 200 метров на кольцевой развязке. Воспользуйтесь третьим выездом. Через 200 метров поверните направо на дороге с круговым движением. Съедьте, используя первый съезд. Поверните направо на дороге с круговым движением. Съедьте, используя первый съезд. Используйте первый съезд. Переположить. Готовьтесь через 830 метров въехать на дорогу с круговым движением. 4 километра разницы. Через 200 метров на кольцевой развязке. Вы превышаете допустимую скорость. Въедьте на дорогу с круговым движением, а затем съедьте, используя первый съезд. Третьим выездом. Готовьтесь через 2,2 километра повернуть направо на дороге с круговым.